Участковые уполномоченные полиции окружного УМВД провели в лесном городке профилактическую акцию «Осторожно, мошенники». Полицейские предупреждали жителей о звонках от якобы сотрудников банка, которые просят граждан перевести денежные средства на защищенные счета. Спикеры рассказали о черных кредиторах, использующих преступные схемы, чтобы обманом завладеть деньгами и имуществом клиентов. Организаторы мероприятия рекомендовали гражданам быть предельно внимательными и бдительными при общении с незнакомыми людьми, всю информацию проверять в официальных источниках. В ходе акции полицейские вручили жителям тематические памятки.